сильно правая. И там вот так одна она. Виляешь, виляешь, и выезжаешь за правки. За правки. Налево, и все понял. Кроме отца и сына, и святого духа. Спасибо, Христос, я рад, что познакомился. Спасибо, Господи. Хорошего вот это знакомство, оно не дает полноты представления. И пощупать нечего. Есть. Значит, если кто-нибудь нам захочет подарить самолет для детей, мы с благодарностью примем. Потому что все остальные вопросы мы решаем, а вот этот вопрос мы решить не можем. А школу, видели, мы достроили уже все, уже нужно учить детей, летать, прыгать, потому что парашют сегодня стоит 250 тысяч. Мы не в состоянии. Да, а парашютов 5 надо, вот целая куча денег. Ну все, помоги вам. Значит, эта неделя у нас будет напряженная. Мы должны быть... Помолитесь. Самое опасное — это Азербайджан, Дагестан. Так что помните о нас. Помолитесь о нас, рабов Божьих. Игнатий Виктор Николаевич. Ну что ж, я не помню. Едем не по Николай Спасибо. Павлович, Виктор Николаевич, Игнатий Тихонович. Все помним. Все, помоги, Господи. А про самолетик? Помните, да? Помните, да. Вот и зайдем. Вот здесь Баджане кто подарит, вот да не станет. Слава Христу.